So we just take a few minutes now and we will show you around the Atlas control room. Is that okay? Аудитория все. Мы вас видим. Я не знаю, слышат ли нас университеты. Университет, пожалуйста, скажите, слышат ли Евгеника и меня? Пока мы слышим. Крыло слышит. А Московский университет? Москва слышит. Ага, отлично. Я спик, вы спик. Okay, so here we are sitting in the nerve center of the Atlas experiment, the control room itself. Увидите батареи стоят в здании Атласа, и они сейчас покажут, что он из себя представляет. And as we said before, the people here are busy preparing for the next collisions. Сейчас люди готовятся к беседе. So maybe Svetlana, we have a lady from Russia who is controlling the camera. Her name is Svetlana. Maybe she can just show you a general view of the control room. Светлана тоже представитель России, представитель, который управляет сейчас камерой, и она нам покажет общий вид. And I'll ask Alex, what are the people here actually doing, Alex? Alex, что вообще люди здесь делают сейчас? Люди, которые здесь сейчас находятся, они заняты тем, они контролируют работу директоров эксперимента Alex. Вот если вы посмотрите в этот зал, то вы увидите, как бы такие полукруглые столы, и за каждым столом находится один или два человека. Значит, каждый такой полукруглый стол, он отвечает за какую-то часть директора Alex. Вот, например, я стою около стола, который отвечает за так называемый микрократер. И вот сидит она, занимается работой с микрократом. On the way over, Alex told me that he was responsible for Atlas's transition radiation detector. Вот Alex как раз сказал, что это так называемый транзишн радиатор. Я даже не знаю, как это перевести на русский, но это детектор перекатного излучения, вот мне помогает Иван. Насколько я знаю, этот детектор был предложен российской группой под руководством Эйна, так это? And I noticed, Alex, that there's nobody sitting at the transition radiation detector desk. Why is there nobody? Ну, потому что количество людей сейчас у нас сокращено, и один человек занимается обслуживанием всего внутреннего детектора, который состоит из трех детекторов экстрасенсорного излучения, силиконового детектора и пиксельного детектора. На два вопроса отвечают на действительно детектор был предложен, концепт детектора был предложен Борисом Анатольевичем Долгошеевым, и, к сожалению, уже ушедшим от нас. Вот. А мы как раз занимался строительством одной большой части детектора. Alex, how many people does it take to run the Atlas experiment? If we were here at 3 o'clock in the morning on Sunday morning, how many people would be here? Как раз запуском детектора и управлением. Но смена детектора состоит из 6-8 человек, которые находятся постоянно здесь. Правда, есть еще так называемый